Привет! Это запись прохождения Грандмастер налетов Убежища Роя и Древа Вероятностей. На этой неделе они стали доступны сразу оба. Кроме этого, доступна вся пачка налетов, которые были до них. Вы их также можете найти на канале. Записи полного прохождения Убежища Роя у меня, к сожалению, не оказалось. Забыл нажать кнопку записи вовремя, так что сейчас вы видите фрагменты битвы с боссом. Должен добавить от себя, что это, наверное, самый забагованный налет из всех, что были в этом сезоне на уровне сложности Грандмастер. То личинка пропадет, то пол горит, когда анимации нет, то еще что-нибудь. В общем, на одних багах мы провылетали кучу, не считая тех вылетов, бабунов и прочего говна. Ну а дальше запись прохождения Древа Вероятностей, исключая пробег по Бесконечному лесу. Там обычная моба стрелка, никаких чемпионов не было, ничего интересного, поэтому я ее обрезал. Но в конце видео я поделюсь супер кратко своими впечатлениями о, в принципе, налетах Грандмастер, о том, чем они нас награждают, зачем они нужны, и пойду ли я в Грандмастер в новом сезоне. Приятного просмотра, удачи! После того, как я вот бомбанул и вот проделал этот Грандмастер, я могу хайпануть, типа записать видос, как я удаляю игру, типа... Да, нет, не знаю. Ну, такое, мне кажется. Все равно же все понимают, что нихуя я не буду. Такое. Уничтожал. С другой стороны, типа, 3 недели можно реально вот прям тупо отдохнуть от игры. Вот вообще все уже. То есть это прям хлопнуть дверью и играть там в другие игры, отдыхать. Все же... Bloodborne закончим за 3 недели. Да, Bloodborne надо пройти, освоить наконец-то Valorant и все такое, так что, блин. Да, я, наверное, так и сделаю. Я, скорее всего, типа... Ну это надо реально удалять игру, чтобы не было соблазна. Надо удалять, да. Доделать какой-нибудь сраный баунс. Ресет, правда. Я же... А, подождите, а если что-то красивое принесет Эвервес? Можно же посмотреть. Ну, восстанавливать игру придется. Да, в сраку Эвервес вообще, в сраку просто ее. Не, мне похуй. Реально. Все самое красивое похуй. Я хочу в игре получать. А банджи говорят, что они так сделают. Так всё. Что, я жду. Ну, давайте. Кого? Да, вот они друг за другом стоят. Блин, я... А, ну я успел дать шот. Найс. Я его перезаряжу, пока Ваню рисую. Он сейчас на меня, я не могу выйти. Я переагрил. Сейчас он оденется? Оденется сначала, мы не успеем. Давайте его дадим одеться, пускай. Как он меня задрал. Готово. Немножко не хватило. Чего, Нючка? А ты что? А, ладно. Хотел к тебе бить. И создал симуляцию через Сперу. Можешь пользоваться. Один раз в налете у меня был такой баг, что мне не ускорили Сперу. Одиннадцать. Готов? Как бы у нас такого уже не было. Сейчас я, по-моему, не попал. Чуть-чуть, Вань, одну пульку. Пулька. Пожалуйста. Добейте его, пожалуйста, маленько. Чудом как-то мы добили его. Чудо-юдом. Хочу пушку скинуть. Не привлекай, не привлекай, Вань. Блин, привлек. Идем этого убивать. Чудо-юдо. Блин, я не хочу такое название. Какой-нибудь на болотах ЕМЗ получается, пушка такая вся в трясине. Спасибо, у меня уже есть хэнкэн весь в резине. А, ну да, как эти, вексовские. Скажите, готовы? Когда готовы будете? Нет, я не готова, или я иду. Не хочу я подставляться под этого векса, он слишком часто нас как-то вайпает. Не нужно. Я свечу. И не выстрелил. Прийти на него. Добивайте тогда, без меня. Ваня.
Ну добивайте. Чего угодно, ребята, умоляю. Да добьем мы. Да как вы добьете его? У тебя опять оружие не перезаряжено. Оба упали. Мне нужны патроны. Мне тоже нужны. Идем вон на тех. Проверяйте всегда этот обойму, типа, дострелили. Посмотрите, чтобы она была перезаряжена. Я проверял. Там просто до этого я снимал щит. И там надо было сразу дать шот. Поскольку ты был мертв. Патроны мы где возьмем? Маша пошла одна наверх, что ли? Нет, а мы не поняли друг друга? Ну да, я и говорю. Блин. Сейчас без Divinity так убивайте. У меня нету ноль. Пизда, я дебил. Нет, нормально. Сейчас я его это застоплю, погодите. Да. Вот так. Помогите убить мопчика. Мне надо добраться до него. А, хорошо. Хера. Мопчиков, пожалуйста, ребята, очень прошу. Я не вижу его из-за камня. Я не думал, что он так близко подойдет, и хотел его с меча резать. Кладезь поставь себе, Вань, кладезь поставь. Так, кладезь поставь, я откачу потом. Все. Не, забей. Надо меня кладезь резнуть. Вот тут просто рядом поставь. А меня-то за что? Нет. Так где ты, с какой стороны лежишь? За точкой. Жизнь убирается. О, у меня упало очень много спешилов. А мне, кстати, тоже фул. Не надо, значит, этих кабал добивать. Почти фул. Я, наверное, даже не в первые дни. Не, ладно. Там я сразу зайду. Долго сейчас что? Это мы так строим планы на жизнь после Грандмастера. Неприятно думать о том, что я наказываю игру и ее удаляю. Плохо себя вела, вот получай. Игра тебя наказала. Ты любишь. Не вижу ничего и никого. На меня садился. Сейчас выйдет. Снайпера. Легионер. Давайте обязательно, да, легионеров почистим, а то этот обязательно встанет перед самым важным выстрелом из-за ноги. Чё там? Свечу немного. Свет? Плохо. Снайпер. Сука, да? Сейчас не заряжай четвертый выстрел. Ты у меня уже заряжен, я автоматически это делаю. Давай, кабал. Вот, на тебе на 125. Я лучше потрачу пунктку, чем. Че, у тебя летовое можно? Снял вроде как немножко. Твою
было. Ракета. Блин, там этим чуть-чуть я оставил. Ракета. Две порции. Все, хватит. Ну, я от одной увернулся, я не ожидал, что он две пустит. Это был кейф, реально. Ходовочка какая-то. Гражданина. Двойную порцию лука. Блин, тут же были мобы, которых можно было добить. Ёп. Я, конечно, руина. А там один остался, который только что создал. Добью. Снайперов всех убили? Да. Там на мясник уже появился. Да, он не дойдет до нас, если его не убить. Но как нам его? Мы его не шотим, скорее всего. Нужно будет мне ближе подойти, чтобы его... Так он вообще далеко ушел, мясник, вон он там на кольце. Сейчас я его застоплю, буду светить свечу. Нет. Очень плохо. Не надо отсюда это делать. Давайте, как это... Блять, он сейчас опять через камень мне. Готово? Нет. Я свечу, да. Он увернулся от меня. Он чем, ну, его, видимо, от выстрела там. Дернуло. Возможно, понадобится добивание, не уверен. Да, он выигрывается. Одно. Ну, кому-то из вас, потому что я купил только. Угу. Сейчас я купил у меня одного. Этого раздамажим, я добью жирного. По старинке упал, я отойду поглядеть, хоть какая-то радость. Может, этого убьем, а там вдалеке остался безопасный ему? У меня опять патронов не хватит. Тогда Маша добивает. Выходит, что так. Я тоже вижу, это уже было. Это диалог уже был. И действие мое это уже было. Офигеть. Мы в цепочке этого. Не прыгайте сразу. Убьем вот эту штуку, и я вернусь, у меня сзади пули. Угу. Ты добила, что ли, его уже? Да. Где? Как ты где? Я что-то проморгал этот момент. Нет, Маша одного добила, второй сам умер. Вот тут пули, вот тут, где столбик пули. Сейчас, я тут еще нашел пули. Нет, мясника ты добила, я видел. Я тут красный просто был, обычный. Что-то скончался от старости, что ли? Вы готовы? Я готов. Я готов. Сейчас, он вернется. Стой. Ну да, но патроны-то мне никто не вернет. Ну что делать? Фуловый сразу же. И уже стреляющий куда-то. У меня фул пуля. Подожди, мы не прыгай, Вань. Не прыгай. Да, патроны. Нифига не закидывают тут. Осторожно, Маш. Назад. Нет, не налепили. Где Ваня? Behind you. Чего, хватит с вас динамити? Да, хватит. Кто ставит клавиш, ты или я? Я. Давайте. Так где же этот балус? Скажу, как будет идти домой. Угу. Дамаг. Подходим.
Отходим. Сейчас будет этот. Купол. Давай, детка, иди сюда. Ага, умница. Свети второго. Я ставлю кладезь. Свечу второго. Кабала свечу, естественно. Я его убил. Зелени ноль. У меня нет дивинити. У меня зелени фул. Я сейчас дам ему шот и... Есть дивинити. Не могу дать шот, он меня фокусит. Дал шот. Че по кладезю можешь? Как, вообще нет? Сделать? Тогда нужно стоять, ждать, я буду контракт. Безда. Безда! Я думал, пробьете. Все, есть кладезь. Маша, подожди, подожди, ждем сначала поднимать Коста. Надо меня поднять, да. Он я подниму. В данный момент смотрит на вас. Прячься, я просто пойду и подниму. Ну да, стоп, если получится. На меня смотрит, он несложно. Нормально, нормально. Свечу. Я перезаряжался. Больше не могу светить. Не надо. Так. Его вообще кто добивать будет? Да никто не будет, его просто убиваем, Ваня, он нам супер мешает сильно. Может, мы просто уйдем от него? Я его раздамаживал. Не, нет, потому что кто-то его будет добивать. Блин, давай его просто убьем, Ваня. Давай просто убьем, окей. У меня три выстрела. А вы чего ждали, когда кто-то будет добивать? Я, разговор был об этом, да. А, так тебе нужно добивание. Окей, я сделаю, ладно. Купол нет, тебе нужен, кого ты сделал? Я сделаю кладе этот баунт. Стой, не выходите никуда. Куда не выходим? Сейчас баунти нажрусь. Сейчас у меня помойка. Еще тысячу пыли нафармил. Стоп. Блин. Никто не заходит еще. Да уже поздно, идем. Сюда зашли, значит хана, направо. Ясно. Поса. Сейчас кончается снайпера. Круглого? По-моему, дал. Круглого. Вань, круглого. Да круглого. Тише. Есть. Блять, так страшно. Сори. Тут говноед. Центр. Заряжаюсь. Готов. Нет, снайпер. В углу. Снайпер вижу. Убил. Зелени нету, надо будет сделать. Погоди, я еще сожру контракт. Пейпер в кита. То есть сейчас ты кладезь поставишь, да, когда зайдем на третью поставлю фазу? Поставлю, как зайдем, да. Готово? Я свечу, да. Готов? Да ну готов же. Добивать будем или чего? Да я думал вы добьете. Я добью. О, спасибо. А у вас патроны нужны? Так, раз мы это хотим. Стой, Вань. Раз в прошлый раз у нас толчком оттолкнуло, может быть плохое место для куда-то на середину встать. Куполя. И высовывается. Тебя скинуло с платформы, разве тебя просто я... уже убили? Нет? Ну, я предполагаю, что типа я вот сюда условно наверх запрыгнул, да? И возможно вот тут стояла кладезь, и я до нее типа не дошел, он как-то меня вот так вот хоп и сделал. Типа поздно кладезь поставили. Я не уверен. Я предлагаю просто я выскочу, я дам купол и плюс-минус разбегаемся в разные стороны. Кто умер, давайте инфу. Поэтому где он перемещается? 10 сделал, короче. Пантосами. На всякий случай.
Давайте я слева, вы справа, наверное, так. У вас кладезь, у меня купол. Я слева, ты справа. Не, нет. Ну, давайте... Так давай... Нет, давайте вы... Я один слева пойду, вы все же у вас кладезь, чтобы там и там был кладезь. Окей, окей. Я тебе перед тем, как ты пойдешь, дам усиление гранатой. Давай. Скажите, параллель. Когда заходим. Готовы, Вань? Да. Да. Давай. Заходим. Есть. Кладись. Надо? Ставишь? Да. Ну так ставь. Лазер, лазер сзади, отходим. У нас лазеры в куполе. Отходим. По боссу, все по боссу. Все, уходим. Живем. Я труп. Босс ваншотный. Ваншотный, блядь. Соси, бра. Блядь. Заебало меня это говно. Почему ты все время задаешь этот вопрос? Ой, мам. Привет Калусу передавай, уёба. Он симуляция, а Калус был вместе. С этим лесом не ладно. Дерьмо, дерьма. Да не, ну ладно, если так уж да смотреть. Да не, интересно, что так-то было, да? Сидеть сколько? 5 часов? Ну, не, Вань, ну спустя... 7 минут мы бы через 58 секунд не получили экзот. Так что мы вообще уложились, красавчики. Спустя все это время, когда ты уже закрыл это все позади, то, в принципе, я вынужден признать, что было интересно. Потому что, ну вот как... На эту мысль меня Коби натолкнул, что, типа, это первая активность за долгое время, где приходится сидеть и придумывать билды, стратегии. Ну, вот я об этом сразу говорил, что это единственное, что хорошо в Грандмастере. Да, это, типа, круто. Что вы сидите но и гадаете. Когда у тебя это висит не пройдено, тебя это бесит. А когда стратегия выверена и типа все позади, то супер. Мне будет лень записывать отдельно речь к видосу. Так что сейчас в записи просто. Твои нам слова. Понравилось, что печально. При грандмастеру нужно готовиться, что вы очень внимательно собираете свои билды. Что вам нужно понимать, какая пушка как работает. Вы просто каждую цифру должны знать наизусть. Вы четко подбираете моды для снаряжения. Вы знаете, что какие-то моды работают лучше, хуже, в зависимости от того, какие щиты на разных налетах и тому подобное. Там, допустим, вот у нас в этот ресет открылось два грандмастера, так скажем. И вчера мы проходили логово вот это улья ведьмина. Там, соответственно, с модами на барьеры и вооружение улья было очень приятно, что куча всяких хэви падает, все комфортно. Здесь уже так не работало, и типа, уже другая совсем игра. Но хотя мы, по-моему, все сошлись во мнении, что не должно было быть возможности закрыть все налеты вот так вот разом. То есть, как появилось на этой неделе. До конца сезона еще 3 недели, а уже на карте вы можете выбрать любой грандмастер и закрыть его сейчас, и получить печать. Неважно, как сильно вы старались со своей командой, каждую неделю закрывали поступательно каждый новый грандмастер, сейчас люди, сильные игроки, которые просто игнорировали игру все это время, отдыхали, грубо говоря, в других играх, они запускают игру и тупо там за день, за два осваивают это все. Так быть не должно. В остальном же грандмастеры мы, конечно же, больше не пойдем. Есть что добавить вам? В принципе, я ко всему присоединяюсь. Интересно, но хорошо, что позади. Очень вкусно, большое спасибо, больше не надо. Да, добавки не хотим, да. Ну, хотим, но попозже чуть-чуть. Через сезон. И что-нибудь новенькое. Часть завоеватель получена. Всем спасибо. Всем пока.